В минувшие выходные в поселке Межозерный состоялся турнир по борьбе дзюдо в памяти моряка-подводника Ришата Зубайдуллина, служившего на атомной подводной лодке «Курск». Ежегодный детский турнир, организуемый при поддержке Учелинского горнообогатительного комбината и администрации Верхнеуральского района, в этом году проходил в 11-й раз. Соревнования собрали на татами более 100 юных спортсменов из Магнитогорска, Белорецка, Учелов, Троицка, села Уйского и поселка Межозерный. Спортсмены пожелают сегодня ярких побед всем гостям, которые присутствуют на данном соревновании, посмотреть, получить удовольствие от данных соревнований. Организаторам соревнований будем выразить благодарность. Спасибо. Сильнейшими борцами турнира оказались ребята из Межозерного. Второй результат показали спортсмены из Учелов. Третий – команда из города Белорецк.